Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил закон о ратификации межправительственного соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, сообщает РСМИ газеты. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в области разработки, производства, поставки, обслуживания и сопутствующей технической и логистической поддержки оборонных товаров и услуг. Соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области оборонной промышленности было подписано 31 октября 2017 года в Баку по итогам 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня при участии президентов Азербайджана и Турции.